В единственной авиакассе Айхала мертвый сезон. Авиабилеты на популярные направления северяне начали приобретать еще в январе месяце. Однако свободные места по направлению материк есть и сегодня, но менее востребованы. А вот вернуться в Айхал в ближайшее время тем, кто заранее не приобрел билеты, будет проблемно. Свободных мест в самолетах попросту нет. Оксана Мезенцева разбиралась в ситуации. В единственной авиакассе в Айхале немноголюдно. Июль – мертвый сезон. Сейчас пассажиры в основном покупают билеты на период конец августа, сентябрь, октябрь. Из ближайшего аэропорта Полярный можно улететь только на Новосибирск, Москву, Иркутск, Якутск, Мирный и Красноярск. Сейчас в кассе в день в среднем продают от 60 до 100 билетов. У нас август месяц теперь уже по направлению туда билеты свободны. И тарифы разные, и на любую дату, если брать, когда есть рейс, у нас билеты свободны. У нас нет билетов на данный момент оттуда. Весь август и сентябрь как бы в продаже билетов нет. Обычно в таком случае пассажиры постоянно контролируют ситуацию. Узнают, не сдал ли кто билет или попросту подходят к рейсу. Иногда улететь удается. Приходится летать айхальцам и через Мирный. Маршрут неудобный. Дорога до Айхала или до Мирного – это дополнительные расходы. Но альтернативы нет. Они летят через Мирный, потому что их может не устраивать дата. Вот у нас, допустим, Полярный Новосибирск только два раза в неделю. И к выходным, в принципе, не вылетишь. А с Мирного есть в субботу рейс. Поэтому они берут в субботу, чтобы уже в воскресенье они были дома. В свободной продаже сегодня и субсидированные дешевые билеты. С Полярного до Красноярска или Иркутска любой пассажир может долететь за 5640 рублей. А вот квота по маршрутам Полярный Новосибирск, Полярный Москва закончилась. Субсидированных билетов в этом направлении в продаже нет. Рейс лишний на Москву с Полярного не мешало бы, потому что я сама несколько раз улетала через Мирный. Неудобно. Отсюда автобус утром. Ночь там где-то надо переночевать мирно. Бывают всякие нештатные ситуации, вы сами понимаете. И цена билета, конечно, очень астрономическая. Раньше было, да, очереди были, сутками дежурили. Сейчас это комфортно. Недостаточно компаний летает. И я вот сейчас столкнулась, ехать в отпуск, обратных билетов нет. Через Мирный можно, но это невыгодно. Для жителей Айхала самолет – единственный способ быстро выбраться на материк или вернуться обратно. Чтобы отпуск прошел спокойно, без лишних нервов, о билетах заботятся заранее. Покупают сразу туда и обратно и за несколько месяцев вперед. К слову, через месяц в Айхале авиагентство сменит адрес. Пассажиров будут ждать в здании бывшего айхальского строительно-монтажного треста на первом этаже. Оксана Мезенцева, Сергей Маркин, телеканал «Алмазный край».